покажем вам один интересный лайфхак. Как можно сделать кнопочку, альфочку, обтянутую тканью. Берем обычную кнопочку, альфочку, ее верхнюю позицию. Ложим кнопочку. И обрисовываем миллиметра 3-4 по диаметру дальше, чем сама кнопочка. Вырезаем это. Берем ниточку с иголочкой и возле края, но не возле самого, а так, чтобы не разорвалось сплетение, когда вы будете это затягивать. Маленькими-маленькими стежками. Вот так вот по краю проходим по всему диаметру. Затягиваем ниточку. Делаем узелочек, так чтобы его не было видно потом из-под кнопочки. И одеваем на это все вторую часть кнопочки. Наши насадочки. Устанавливаете кнопочку, обтянутую тканью, вот на эту часть, на нижнюю часть, в идеале постелить что-нибудь мягкое, чтобы ткань не разбилась при установке. Я приблизительно, допустим, поставлю вот это. Точно так же делаем дырочку небольшую. То есть мы вставляем кнопочку, естественно, как обычную кнопку, через дырочку. Ставим верхнюю часть, укладываем это все на ткань.